Ну, уже в пятницу, воскресенье Днепр ждет очень серьезное испытание в лице Химика и Одессы. То есть как и за счет чего Днепр собирается обыгрывать эти команды, насколько команда готова, то есть, ну, вообще общее моральное и физическое состояние Днепра. Я думаю, что отдельно подготавливать команду Химику не нужно, потому что Химик прошлогодний призер чемпионата, постоянно имеет хорошие традиции и хороших игроков. И поэтому мы едем в Химик бороться до самого конца. Конечно, мастерство в классе ощутимо, но наши игроки с игры на игру добавляют. И я ожидаю, что они будут сопротивляться и дадим хороший бой. Когда поедем после Химика, когда поедем в Одессу, я думаю, что там будет один день нам для отдыха. Я думаю, что достаточно для того, чтобы игроки восстановились и подготовились к игре с Одессой. Хотим каждую игру, чтобы соперник чувствовал, что мы играем. А сама игра покажет, кто тот день сильнее.